Привет всем! Так, сегодня у нас распаковочка будет. Посылка мне пришла из сайта Вектра. На этом сайте я всегда заказываю ветпрепараты. Вот, ну посмотрим, что мне пришло. Многим нравится смотреть распаковку. Тем более, это ветпрепараты. Всегда интересно, знаете. У кого есть животные, это вдвойне интересно. Что же заказывают себе питомники? Сейчас я вам покажу. Так, это моя накладная на 5671 гривну. Кстати, этот раз еще я немного заказала. Так, у нас должно здесь быть, значит, одноразовые иголки, шприцы 2 мл, 150 штук я заказывала, иголок 300, шприцы по 5 мл, 120 штук. Далее, офтальмогель 14 штук, стимул 100 мл, один флакон. Так, пенопласт входит в цену, 50 гривен пенопласт стоит. Так, вакцина Рабиген Мона, это бешенство. Так, 720 гривен. Вакцина Пюривакс. Сколько я тут доз заказывала? 7 штук, по-моему, было. Да, 7 штук. Значит, 2597 гривен. И вакцина Филиген должна быть 420 гривен. Так, ну, итого 5671. Это еще немного, потому что тот раз я заказывала... Я не снимала посылку, но у меня было почти на 20 тысяч гривен была посылка. Так, друзья, это шприцы по 2 мл. 150 штук. Шприцы у меня улетают просто, так что я их всегда заказываю много. Вот этот раз 150 штук. Тот раз я заказывала 2 упаковки. Ну, я колю витамины кошкам, собакам и витаминные коктейли колю. Так, дальше. Офтальмогель. Это для котов глазки. Глазки. Офтальмогель беру. Вообще заказывала 40 штук, но они мне последние отдали 14 штук. Все, что у них было в магазине. Это получается как бы интернет-магазин. Вот. Так, это, по-моему, пятерочки, да? Ага, 5 мл. Тоже надо шприцы всегда в пятерочка. Потому что витаминные коктейли... В двоечку они не влазят, вот, как бы, а пятерка и десятка нужно. Ну, десяток у меня еще там штук 200 есть шприцов. Вот, заказала этот раз пятерочку. Так, это все офтальмогель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 штук, а я заказывала 14. Пересчитываем еще раз, потому что надо все считать. Бывает, что больше положат чего-то, понимаете, как бы. А бывает, еще чего-то может не доложить. Так что нужно все пересчитывать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, 12 пока что. 13. Угу, есть. 14. Так, есть иголочки. Иголочками часто пользуюсь, потому что бывает, что, знаете, когда набираешь лекарство, и оно у тебя лежит в холодильнике, допустим, да? Вот, и ты шприц один и тот самый используешь, вот, но каждый день и для каждого в отдельности животного ты используешь свою личную иголочку, вот. Иголочки вот такие, я сейчас вам покажу. Вот иголки вот эти вот, они тоненькие, потому что, в принципе, этих иголок, я не знаю, для людей такие иголочки же не используют, а сразу используется шприц, понимаете? Ну, когда вот ты, к примеру, набираешь там лекарство, вот 5 мл, да, шприц, и тебе нужно колоть там, допустим, 6 или 7 разным животным одно и то самое лекарство, то ты просто каждому меняешь иголку, поняли, как бы? Так выгодно. Вот, а не каждый раз вот по чуть-чуть набираешь в шприц. Так, хорошо. Ну, тот раз я брала, у меня вот такие коротюсенькие были иголочки. Тоже очень удобные. Так, здесь по 100 штук в упаковочке. Сейчас я вам покажу. Ну, да, вот 100 штук. Видите, в упаковке. Я 3 упаковочки заказала.
Мне тоже вот эти иголки, честно, улетают просто. Просто улетают. Очень-очень быстро они у меня расходуются. Так, дальше. Посылка у посылки. Здесь будет вакцина. Мне нравится вообще, как вот этот сайт Вектора отправляет. Это не реклама. Мне нет смысла рекламировать даже. Почему? Потому что этот сайт работает только с оптовыми покупателями. Вот. То есть, как бы заказ должен быть за год у вас, к примеру, там, 1000 на 40, на 50 гривен, понимаете? Как бы тогда они работают с тобой. Вот. А когда, ну, ты будешь заказывать 10 иголочек, то, или там одну вакцину, то они как бы... Они не отправляют вот такие одиночные товары. Знаете, как, допустим, там одну мазь заказать, им никто не будет отправлять. В основном это работают питомники с этим сайтом. Ой, так. Сейчас вам покажу, как приходит вакцина. Смотрите, лед в середине, замороженные бутылочки. Так. Вакцины. Сейчас будем считать дальше. Еще одна бутылка замороженная. Но здесь очень холодно, очень-очень. Так, бутылка стимула. Вот. Сейчас посмотрим. Кстати, классно придумали, да, такой термос. Вот, коробок термос. Вообще класс. Надо вот это дело все положить. Может быть, кому-то надо будет что-то куда-то перевезти. Какой-то кусок мяса. Можно не выбрасывать. Или, знаете, что-то положить такое, что может побиться. Вот. Нужно сохранить, короче, эту упаковку. Не выбрасывать. Сейчас ее на чердак кину. Вот. У меня такие коробки на чердаке сохраняются. Потом кому-то надо что-то отправить. Раз, достал готовый коробок. Так. Так, друзья, так. Смотрим, что здесь пришло. Пюривакс. Так, это Робиген. А что они мне так набросали? Оно у меня обычно всегда в упаковках приходит. А это они мне как-то набросали. Сейчас надо пересчитать все. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это бешенство. 8 штук. Дальше, дальше. Раз. Да, это жидкий и сухой. Так, раз. Доза. Два доза. Ой, все падает. Два. Так, это филиген отдельно. Так. Три. Так, дальше. 4, 5, так, 6, 7, 8. Все, 8 доз. Только 2 филигена. Вот. И все остальное это Пюривакс вакцина. Очень хорошая вакцина, кстати. Очень хорошая. Она не дешевая, но она тех денег стоит. Кому интересно, почитайте, что там в составе, от каких болезней она идет. Так, а подождите, еще живут Пюривакс. Еще одну долаживали, да, наверное? Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, семь. И восьмая вот эта доза. Это у меня на два раза вакцинация, ревакцинация. Это Ирискиной дочке. Вот, а это моим кошкам. Здесь входит в состав герпевирусная инфекция, хламидиоз. Поняли, как бы вот так. Так, все сюда ставим. Все. Сейчас нужно это дело все мне поставить ровненько в коробочек. У меня есть коробочек пустой с вакцины. Все это дело поставлю. И все. Так, 8 доз.
Вот это принцесски сразу нужно в сторону отставить, потому что это все на одну кошечку пойдет. Вот, а это моим. Вот это все, вот эта вакцинка, это моим котикам. Это не котятам, а именно вот взрослым котам я купила. Собакам этот раз я не заказывала, закажу в следующий раз. Потому что тоже надо мне брать уже всю вакцину. И девчонок взрослых тоже проколоть надо. И щенкам буду покупать. Ну, еще нужно дождаться, пока Ника родит. Вот, у меня еще предстоят роды у Ники. Вроде бы беременная, не знаю. До сих пор не знаем. Потому что она у нас поправилась. И мы до сих пор не знаем, беременная она или нет. На УЗИ пока не возила, потому что нам еще рановато. Я думаю, наверное, через недельку съездим на УЗИ уже. И буду точно знать уже, стоит нам вообще чего-то ждать или не стоит. Так, друзья, ну что, вот такая была посылка. Вот, я вам все показала. Каждый месяц я с этого сайта что-то дозаказываю. Постоянно что-то надо. В общем, одно заканчивается, другое надо. В общем, постоянно что-то надо. Кому понравилась распаковка этой посылки, ставьте пальчик вверх, пишите в комментариях, вот, чем вы пользуетесь, что вы покупаете. Может быть, у меня есть зрители, у которых есть питомники. Мне будет интересно с вами познакомиться. Так что пишите, что вы, какие вы делаете закупки на оптовых сайтах. Если кому-то интересно, этот сайт называется «Вектра». Вот. Ну, я же говорю, что смысла какого-то рекламы делать этому сайту я не вижу, потому что здесь все для питомников, все в больших объемах, понимаете, как бы. Оно типа как магазин, оптовый склад, вот, типа такого. На заднем фоне у меня 50 щенки, сейчас я вам их покажу обязательно, как же это без них видео пройдет. Сейчас покажу, друзья. Так, ну что? А кто у меня здесь такой, а? Ой, прищепка упала. Так. Что здесь? На теплые грелочки пригрелись, да? Тут у меня все. Все. Одному одела ленточку, видите? Это Люсин Миник. Самый-самый маленький щеночек. Потому что вот, смотрите, друзья. Это с закрытыми еще глазками. Это у нас щеночек тоже. Он миничек, маленький будет. Это у нас Марфочкин. Тоже манюпусенький. А вот Люсин миничек. Смотрите, они по весу одинаковые. Вот. Видите? Они по виду одинаковые и по весу. Но у этих у нас уже глаза открылись. Вот. Видите? У нас уже оки открылись. Заяц маленький. Тимой маленький зайчик. Сейчас будем кушать. Буду кормить их. Вот, так, мои мыши маленькие, мои мышки маленькие такие, глазочки уже у нас пооткрывались. Это Марфушкина девочка, у нее еще пока глаза не открылись. Не-не-не, пока не, это маленькие еще они. У нас Люсины, вот один, Люсин, вот второй, вот этот такой у нас кабанчик, толстячок, да, ты толстячок. Два Люсин, и... И вот три Люсин. Это Люсикины дети. Три пацана. Уже у всех глаза открылись. Кстати, сегодня. Вот, утром встала, 16 ноября. Утром сегодня встала в 5 утра. Вот, кормила их. Подхожу, смотрю, глаза открытые. Думаю, боже мой, какие новости. Глаза открылись. Вот, на 16-й день открылись глаза, чтобы вы понимали. Потому что некоторые там мне писали уже там на 3-й, на 5-й день. Глазки открыли. Не, ребята. Минники открывают глазки на 14-16 день. Раньше у них глазки не открываются. Такие породы, как там спаниели, знаете, там овчарки, ну, любые крупные породы. У них глаза раньше открываются, у минников позже глазки открываются. И именно у суперминников еще позже глаза открываются. Так, ну, в общем, такой у нас тут дружный коллектив. Я их вместе всех сейчас держу. Вот теплая грелка, они... Залазят на эту грелку, в общем, греются, короче, у них тут хорошо, тепло. Вот так мы и растем. Марфочку чаще пускаю до них, вот, покормить. Ну, она всех не кормит, она кормит только своих детей. Я Люсиных деток кормлю, Марфа своих деток кормит. И три раза в день пускаю Люсю покормить своих детей, вот. И то ненадолго, я вам честно скажу, они на нее прям так налетают. Они такие уже, знаете, как бы бутузы по сравнению с ней. И как бы она долго с ними не находится. Я вот стараюсь так, чтобы она там покормила минут 10-15 и все, и быстренько ее забрать. Потому что я переживаю за нее.
Вот. Ну, в общем, вот так вот. Все, друзья, вот такое было сегодня видео. Показала вам и посылочку распаковала, показала, и щеночков показала. Всего вам хорошего и пока-пока.